Именно сейчас. Века проходят за веками, но лишь в настоящем что-то действительно совершается. Столько людей в воздухе, на море и на суше, но единственное, что происходит на самом деле, происходящее со мной. Мастер Экхарт сказал, есть люди на земле, они рождают Господа духовно, как родила его телесно мать его. Его спросили, что это за люди. Он сказал, это те, что свободны от вещей и созерцают образ правды и пришли к тому в неведении. Они на земле, но обитель их на небе, и они погружены в покой. Они проходят здесь, как маленькие дети. И вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять?